15 лістопада отправка во узброеные силы первой партии. 30-го завершение призыву. На протягу 2 тыдняў штодзённая напруженная праца шматликого коллектива от работников военкоматов до членов медицинских комиссий. Здоровью призывников самая пильная увага. Не глядячи на то, что все яны проходили обследование по месту жыхарства, на областном сборном пункте некоторых приходилось накировывать на додатковые проверки у медустановы. Особливо слабым здоровьем вызначаются молодые гамельшане, у яких целый букет захворваний от зроку до сколиозу. Хоть и представники інших регионов так само часто не волоты. Основные вопросы, конечно, это внутренние войска, силы специальных операций и пограничные. Потому что туда требуются с особыми физической подготовленностью и состоянием здоровья. К сожалению, Гомельская область, она не славится чересчур большим здоровьем наших призывников. В основном у нас с ограничениями незначительными. А вот без ограничений это, конечно, дефицит призывников. По данным областного военкомата, колькость молодых людей, которые разными способами ухиляются от службы у армии, складая каля 1% от огульной колькости призывников. Их шукают, знаходят и притягивают до отказности. Звычайно, это штраф у померы до 150 базовых величинь. У вогуле восеньский призыв на Гомельщине прошел без неких проблем. Правда, накировать усих у военной части, которые находятся ближе до дому, не отрымливается. Это специфика региона. Такая у нас территориальная основа Гомельской области, что воинских частей в основном нету здесь. Нет, дислоцированы на территории Гомельской области. В основном воинские части Брестская, Гродненская, Минская область, Витебская область. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Юген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».